Самолет, который ты видишь у себя на экране, отличается от других в одной очень существенной детали. У него круглые крылья, или если правильнее выражаться, самолет имеет кольцевую конструкцию крыла, в которой пассажирский отсек располагается внутри кольца. На первый взгляд вам, наверное, может показаться, что этот лайнер создан внеземной расой и такой самолет летать не сможет. Но на самом деле это проект, разработанный американской компанией Lockheed в конце 80-х годов прошлого века. И такая конструкция крыла позволяла обеспечивать лучшую устойчивость в воздухе, тем самым уменьшая затраты авиакомпании на топливо. Но в итоге, несмотря на интересные технологии, использованные в проекте, решение не запустить серийное производство было принято из-за высоких затрат на доработку и рисков. Однако стоит отметить, что в Беларуси смогли создать небольшой самолет с концепцией кольцевого крыла. А что вы думаете насчет такого крыла?